воскресенье, 22 января, здание второго учебного корпуса Казанского федерального университета заполнилось будущими абитуриентами, которые пришли подробно ознакомиться с образовательными программами Института социально-философских наук и Высшей школы журналистики и медиакоммуникации, а также пообщаться с сотрудниками и студентами и задать интересующие вопросы. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций – молодой институт, сохраняющий и развивающий многолетние университетские традиции преподавания философии, политологии, социологии, религиоведения, конфликтологии, журналистики, теории общественных коммуникаций. Стоит отметить, что самым востребованным направлением является направление журналистики, телевидения и рекламы связи с общественностью. Именно эти направления показывают самые большие проходные баллы даже на коммерческую форму обучения. Я хочу идти на телевидение, потому что меня привлекает эта профессия. А вообще, с самого детства я хотела стать телеведущей. И эта мечта только становится все больше и больше с каждым годом. Реклама, связь с общественностью. Ну, это направление больше всего мне интересно. Я вижу в нем перспективы и надеюсь, что это будет полезно для моего саморазвития. Будущие абитуриенты смогли не только ознакомиться с предстоящей приемной кампанией 2017 года, но и посетить медиа-центр Казанского федерального университета, совсем недавно открытый шоу-рум и студии. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.